будешь играть? Да. У тебя есть монетка? Да. Давай, клади сюда. Вот у нас тут такие штучки. Тебе нужно угадать, где находится вот это вот. Не, не закрывай. Что ты закрываешь-то? Надо смотреть. Смотришь? Давай еще раз. Зеленый. Ура! Тебе приз. Монетка мне, да? Я монетку. Держи задание. Один, два, три, четыре, пять, четыре, семь. Шесть, семь. Кто? Какая это буква? Г. Кто говорит? Мяу. Запишу. Первую букву. Це не говорит, но хорошо плавает. Запиши первую букву. Это я не знаю, пропускаю. Буква похожа на цифру. Один не похожа на букву, два не похожа на букву. А три вот похожи на букву З. Я допишу букву З маленькую вот здесь. Четыре не очень похожи на букву. Пять не похожи на букву. Шесть не похоже на букву. И семь не похоже на букву. Восемь? Точно не знаю. Девять точно не похоже на букву. Десять тоже не похоже на букву. А ноль вот похоже на букву. Похоже, по-моему. Она похожа на букву О. Мне кажется. Но теперь ту маленькую вот здесь букву О. Или буква З, или буква О. Я делаю сейчас буду. Следующее задание. На чем любят кататься дети? Запиши первую букву. Я люблю кататься на двух предметах. На самокате и на велосипеде. Напишу маленькие буквы. Получилось там или с, или в. Запиши первую букву английскую. Я не помню, какая первая буква английская. Но я знаю, где посмотреть.
пишем букву A. В зоопарке запишу первую букву. Я помню два зверя. Мы запишем одну букву маленькую и вторую букву маленькую. Тигр будет у нас. Я напишу Т. И крокодил К напишу. Мое тело ходит всегда со мной. Ходит вместе с фигуркой по тени. Значит, вместе со мной ходит тень. Запишу букву. Конечную. Я написал в квадратике мягкий знак. Возвращаемся ко второму заданию. Улыбаться не то говорит, но хорошо. Лапается, напишу первую букву. Я хорошо плаваю. Папа хорошо плавает. Мы все говорим. Когда мы были на море, мы видели кита. Ската. Рыба, они вместе называются. Напишем букву Р. Кровать. Пойду проверять. Я нашла все-таки вот этот большой пакет. А сейчас буду я открывать.
школы. Вот какой он. Тут есть автомобиль, лев с мясом, жираф, пингвины, еще кораблик, кенгуру, домик какой-то, пальма, медведь, самолет, орел, кактус, попугай, какое-то странное животное и только не знаю что. Этих животных вы увидите в нашем зоопарке. А как собирать их, вы увидите в следующей серии. До новых встреч! Пока!